Здравствуйте! На связи стадион Этихад, и я, Георгий Чердан. И я, Константин Генич. Большой футбол в Манчестере, вашему вниманию. Сегодня Манчестер Сити встречается с Кристал Пэлас. У Манчестер Сити лучший показатель по игре на своем поле в этом сезоне. Они очень здорово играют дома. Ну да, 8 побед из 9 возможных они одержали. Ну, дома всегда приятно играть, дома и стены помогают. Смотрим состав Манчестер Сити. Очень сбалансированная расстановка без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Состав гостевой команды. Эта схема чересчур консервативна. Согласен? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Конструкция крыши стадиона Манчестер Сити заслужила несколько архитектурных наград. И она действительно впечатляет. Крышу держат стальные тросы, тянущиеся от 8 башен, расположенных по периметру стадиона. Интересно, что изначально стадион был оборудован беговыми дорожками, а одна из трибун была временной. Ее потом разобрали и достроили стадион до его нынешнего вида. При этом все 8 башен присутствовали изначально. Рахим Стерлинг. Данило. Рахим Стерлинг. Арест тут должен последовать. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Шейху Куяте. Милевоевич. Джеймс Маккарту. Не получилось у атаки что-то тут придумать. И пробил игрок. Да ну, это совсем не понравилось. Данило. Венсан Компани. Джейсон Денайер. Давид Сильва. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Мяч перехвачен, плохо сыграл. Ну, тут должен играть вратарь. Немного нерасчетливо получилось. Это передача. Шейху Куяте. Тиво Кариги. Какой момент! Нужно бить! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Рахим Стерлинг. Серхио Агуэро. Расчетливо сейчас сыграл голкипер и снял мяч буквально с ноги нападающего. Да, четко, чисто, здорово. И самое главное, очень смело. Агуэро начинает атаку своей команды. Милевоевич. Сюрлот. И у соперника теперь мяч. Милевоевич. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Леруа Сане. Давид Силин. Большинство ключевых решений на поле Дебрёйне. Открыть счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Сумасшедший гол!
гол. И вратарь не понял, как это произошло, по-моему. Очень просто. Качество класса – это качество игры. 1-0. Сейчас будет веселее. Милевоевич. Ридевальд. Сако. Аут бросает Манчестер Сити. Леруа Сане. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Фернандиньо. Рахим Стерн. Кевин Де Брюйн. Давид Сильва. Сане. Сане. Далеко от ворот проходит. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Кевин Де Брюйн. Рахим Стерн. Давид Сильва. Леруа Сане. И пробил! Удар в перекладину. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Каркас ворот помешал им увеличить. Пас на ход может быть интересно. Есть удар! Очень неточный. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Агуэро, видимо, будет пытаться отсюда начать обводку всей команды соперника. Посмотрим. Рахим Стерн. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Фернандиньо. Удар! Классно пробил он в каркас ворот с дальней дистанции. Чуть-чуть бы поточнее. Но все равно заставил он голкипера понервничать. Рахим Стерн. Серхио Агуэро. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Ридевальд. Патрик Ван Анхолт. Джордан Аю. Шейху Куяте. Очень неуверенно в обороне сейчас сыграно. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Подача! Чей мяч будет? Фернандиньо. Рахим Стерн. Агуэро. Серхио Агуэро! Все правильно, выбит мяч из штрафной. Джеймс Маккарт. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Менди. Давид Сильва. Футбольный арсенал Давида Сильвы богат и разнообразен. Если речь идет об атаке, он имеет практически все. При этом Сильва почти непредсказуем. Это настоящая головная боль для обороны соперника. Нет, не дошел этот пас до 1-0 после первого тайма. Вторая половина матча началась. Ридевальд. Милевоевич. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Судья показывает, что будет угловой.
Кто знает, сколько моментов у них сегодня будет. Нужно постараться использовать хотя бы этот угловой. И болельщики это прекрасно понимают. Хороший вынос мяча из штрафной. Это аут. Мамаду Сако. Сравнивать нужно! Выбит мяч, но атака продолжается. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Джеймс Маккартур. Навес напрашивается. Серхио Агуэро. У Сити на фланге есть свободная зона. Туда пойдет атака. Фернандиньо. Джоэл Уор. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Шейху Куяте. Потери и мяч у соперников. И вот-вот на поле появится свежий игрок. Замена у гостей будет. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Серхио Агуэро. Де Брюйне. Рахим Стерлинг. Данило. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Шейху Куяте. Компани. Менди. Фернандиньо. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Стерлинг. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Лерой Сане. Кевин Де Брюйн. Арест тут должен последовать. И выносится мяч из штрафной. Сюрлот. Очередной точный пас в его исполнении. Милевоевич. Джеймс Маккарт. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать в такой нарушении. Это желтое, все по делу. Это, конечно, фол. Вряд ли тут могут быть два мнения. Но здесь, безусловно, нарушение и нечего спорить с арбитром. Он принял абсолютно правильное решение. Два футболиста из разных клубов готовятся выйти сейчас на газон. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Рахим Стерлинг. Леруа Сане. Джейсон Денайер. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Пас на ход, может быть интересно. Да, положение вне игры было, да и момент опасным не назовет. Данило. Кевин Де Брюйне. Фернандиньо. Леруа Сане. Серхио Агуэро. Агуэро! На поле готовится выйти свежий игрок, замена в команде хозяин. Сейчас арбитр игру остановит, и кто-то отправится на скамейку. Де Брюйн. Наносит удар игрок. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Милевоевич. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Прошли последние 15 минут. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Может он сравнять счет?
но не реализует он свой момент. Прекрасная была возможность, да, наверное, и сам этот игрок не понимает, почему он не забил. Обидный эпизод. Менди. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Без проблем играет на выходе вратарь. Будет штрафной удар. А в следующий раз выгонит и будет прав. Да, ничего не забывает и не прощает этот арбитр. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Уильфрид за. Потеря, все, в оборону. Покидает поле. Я напомню, что именно его гол вывел команду вперед. Поэтому сыграл он сегодня неплохо. Милевоевич. Уильфрид за. Джеймс МакАртур. Ох, какой момент-то мог бы возникнуть. Нарез в штрафную. Хороший вынос мяча из штрафной. Фернандини. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Вы представьте себе, если комментаторы будут во время матча комментировать голосом вот так, как вы сейчас играете. Это раз в сторону. И есть вариант, куда сделать пас. Здорово все-таки. Можно забивать тут. Но не может он забить здесь. Классная у него была возможность, но не повезло ему сейчас. А мог еще один мяч отправить в сетку и окончательно оформить разгром. Мяч у соперника. Жезус. Леруа Сане. Ну что, нужно забивать с этого углового и завершать игру. Два мяча за оставшееся время не отыграть. Мяч летит в центр штрафной. Мяч летит в центр штрафной. Защита первая на мяче. Вынос. Данило. Ну, навешивай! Все, нет больше времени в матче. Манчестер Сити празднует победу. Ну что же, я бы сказал так. Хорошему танцору плохая обувь сегодня не помешала. Ну а хорошему комментатору главное, чтобы команды играли хорошо. Это мы сегодня и увидели. Манчестер Сити одержал очередную домашнюю победу. Да, никто такой игры от них сегодня не ожидал. Они же худшие в лиге по домашним встречам.